Всем привет! Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Братство Крови. Так, в прошлой серии мы добыли третий ключ логова Ромула. Так, об этой серии для начала тоже пойдем на главный сюжет. Интересно, что нас там ждет. Посмотрим, посмотрим. Так, может мне лошадку взять? Давай, где моя лошадка? Уфу-фу-фу, привет, красавица. Поехали. Но-но-но. Пошла. Наши наемники стоят, можно их нанять. Но сейчас лучше их не нанимать на главный сюжет. Пойдем по зеленой травке. По лужайке. Так, интересно, где у нас сюжетное задание находится? Интересно. Пошла, пошла. Кстати, друзья. Блин, кто-то плачет. Мы должны покупать карты флагов. Я только вспомнил, друзья. Как я мог забыть? Флаги мне надо. У продавца картин мне надо покупать карты сокровищ. Ладно, зайдем к нему после этого задания. Что случилось, пацан? Бомбина, почему ты плачешь? Они сказали, что повезут мою маму на лодке. Они сказали, что потом придут за мной. Кто? Человек из замка привел солдат и арестовал нас. Он страшный. Да, они страшные. Но ты же смелый, верно? Ты спасешь мою маму. Груз, люди. Нифига себе. Найдите и убейте Сильвестра Сабатини и освободите его рабов. Так, прикажите ассасинам, ученикам убить цель. Ну, окей. Куда повели твою маму? Они пошли туда. Хорошо. У тебя здесь есть родня? Есть дядя. Иди к нему и по дороге ни с кем не разговаривай. А вот он. Главный злодей. Год рождения 1472. Дворянин. Сильвестра Сабатини. Угу. Так. Сейчас про него больше ничего не написано. Так. У меня осталось еще немного шерсти. Сейчас убьем этого ублюдка. Чтобы он не мучил больше людей. Так, опа, круто. Ой. Так. Наши бравые ассасины похожи на задание. Да, так и есть. Сейчас они вернутся. Но как минимум, кстати, башню Боржи надо уничтожить еще. Чтобы нанять нового ассасина мне в команду, мне надо уничтожить. Эта башня уничтожена. Так. В общем, хочу переодеться и уничтожить башню Борджа. Плюс купить карты сокровищ. Ничего не говорят. Ладно. Здорово, мужики. Как делишки? Да ладно, расслабься. Я пошел. По своим делам. Ой. Тихо. Мужика не сбил. С ящиком. И он был крайне оскорблен.
тем, что в прошлую среду его жертва умерла слишком быстро. Слишком быстро умерла? Этим кварталом управляют воры и идиоты. Что за дурдом? Я клянусь, что против того. Они хотели, чтобы он помучился перед смертью? Что за изверги? Непонятно. Да, чтобы найти цель, включите орлиное зрение. Но я сейчас сундучок только возьму для начала. А потом уж поищем нашу цель. Помидоры. Хорошо. Буду готовить сегодня суп гаспачо. Ой. Давай, яйцо. Что это было? Где наша цель? Вот она. Надо за ним проследить. Задание выполнено. О, Сосинов, отлично. Так, мужик, моя цель уходит. Ты не мешаешь. Опа, вот сюда. Замаскируюсь. Отлично. Красота. Просто гуляем, не-не-не, по мосту. С этими барышнями. Не-н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 е. Погодка. Нормуль. Но сейчас уже будет темнеть. Скоро. Куда же он идет? Ага, ты меня не увидишь. Да, мы в долгах, но по крайней мере у нас есть надежда на будущее. Вон, слышали? У людей долги, но у них есть надежда на будущее. Хоть и у них долги. Да. Прямо как и сейчас. Тоже солдаты, некоторые стражники, наемники, живут все в долгах. Которые хотят вступить и в ряды также армии, надеются на будущее. Ой, что встал? Иди давай. Тихо. Давай уже, заебал. Компания в Романии идет вперед. У него кого... У него с кем-то встреча, походу. Сейчас посмотрим, с кем. А. Женщина. Празднует уже праздник. Может, день города празднует. В Риме, может, день города сейчас? Похищения должны продолжаться. Сильвестра, что станет с детьми? Чезаре хочет держать народ в узде. Страх — эффективное средство. Смотреть на тебя тошно. Ты не стань, Валенсия. Скоро все это закончится. Ты боишься его? Кого? Никого я не боюсь. Он искалечил твою руку. Прости. Это было слишком. Пожалуйста, уходи. Прости меня. Давайте, ассасины. Не трогайте меня! Реквест Катенпачи. Ассасины сделали это быстро. Он не мучился. Так, мои ассасины сражаются. Так, вызову еще бригаду. Отличная команда. Да, отлично. Всех убили. Бегите. Ты никому не причинишь вреда. Все, отлично. Так, обыщем нашу цель. Посетить нашу голубятню, чтобы раздать контракты ассасинам-рекрутам. Ладно, сейчас посетим. Че, им не терпится быстрее еще на задание, да, пойти? Да, мужик?
Ну давайте. Раз у нас такое задание. У нас выбора нету. А заодно раздадим им награды нашим ассасинам. Задание выполнено. Орфей получил уровень. Так, Зено. Еще одно очко навыка получил. И мы ему дадим новое оружие, кинжал. Не стоит благодарности. Так, Нестор. Зидна. Зита. Гита. Орфею. Вот. Орфею даем, конечно, доспехи. В первую очередь. Так, и у нас еще есть места, ячейки для новых ассасинов. Так что надо бы еще башню уничтожить Борджия. Так, напасть на торговца. Ну-ка. Пошлем. Нашего Орфея. На это задание. Пускай идет на задание. Так. Ладно, остальных пока трогать не будем. Так, история, что за история? А, понятно. Это которое мы задание выполняли. Ясно. Задание выполнено на 100%. Класс. Ну что ж, сейчас можно походить по магазинам. Как вы считаете, друзья? Самое время. Так, где у нас основное задание? Банк у нас переполнен. И в банк схожу, денежку сниму. Так. Вот башня Борджия. Вот башня Борджия. Кстати, я очень рядышком с ней. Может, ее все-таки уничтожить? Может быть. Так. Так. Вот эту башню я не думаю, что мы сможем ее осветить. Так. Ладно, давайте пойдемте до нашего убежища сходим. Там заодно и в магазин зайдем. Дороги. Люди. Потом уже пойдем на башню Борджия уничтожать. Зайдем в убежище, посмотрим нашу коллекцию. Что такое? Продолжай в том же духе и познакомишься с другими сторонами нашего гостеприимства. А что я тебе сделал? Ты же умеришь свою тупость, да? А вот так? Что ты скажешь? Молчишь, сволочь? Пора навестить брата. Иди к братану лучше. Так. Идет у нас плакат. Здесь, видать. Да, вот он. Наш плакатик. Под мостом у нас ничего нету? Интересно, вроде ничего. О, красавчик это. Хватка у него что надо. Не каждый так бы смог прицепиться на стену. На улице вечер. Люди занимаются своими делами. Пьют, гуляют. Работают, естественно. Так, давайте на мост. Оп. Отлично.
Сейчас у нас владелец картин. Заглянем к нему. Купим что-нибудь у него. Я знаю, что вы мечтаете увидеть себя на коленях в углу такого шедевра. Это картина самого Бальдасара Бальдарини. Пусть вы никогда о нем не слышали, но посмотрите, какое качество. Да, ну-ка. Я посмотрю на твое качество. Так, у нас картина за 3000, считай. И за 7500. Распятие, вот это я, наверное. Хотя эта картина тоже хорошая, красивая. Нет, давайте я все-таки вот эту возьму за 3000. Воскресение Христа. Вот эту возьму. Покупаю. Отличная картина в мою коллекцию. Так, и самое главное, вот. Карты сокровищ. Перья, флаги, центр. Вот что мне надо. Обязательно, друзья. И флаги Ватикана. Ну, флаги Ватикана, конечно, это я потом куплю. Вначале флаги центра. Да, вот это я и хотел, друзья. Продавать предметы я не буду. Задание у него... Ему нужна серая амбра и дикий маг. Это карта сокровищ Ватикана. Понятно. Спасибо за покупку. Да, пожалуйста, чувак. Деньги есть, что? Что бы не потратить, да? Такие вульгарные сапоги. Тем более у меня банк полный. Очень изящная модель как раз для вас. Ну, давай. Я хочу поменять для начала свою одежду. Я уже долго хожу в этой окраске. Сейчас хочу походить, наверное, красного цвета, да. Не, давайте лучше синий. Римский камень возьму. Цвет римского камня. Мне нравится. Так, и накидку тоже поменяем. Зеленый как бы неплохой. Неплохо будет. Зеленый. Так. Или красный. Давайте где-то венецианское вино возьму. По-моему, будет классно выглядеть. Так, и что у тебя в сумках есть, дружище? За 1900 ножи. Так, и тяжелые ножды я могу взять. Отлично, покупаю. Тяжелые ножды. О, да. Я смогу с собой носить секиру. Или... Заходи ко мне почаще, не забывай, мода дама капризная. Да-да-да. Или тяжелые мечи буду с собой таскать. Это круто. Контракт гильдии выполнен. Ну хорошо. Так. Наше убежище. Флаг вот как раз уже как раз видно. Вижу флаг на мини-карте. Пожалуй, я его и возьму. Пока я тут нахожусь. Так, где он? Вот он. Вижу его. Отлично, 29-й флаг. Сейчас еще возьму. Будет 30-й. Будет отлично, просто отлично. Так, давайте я вначале в банк зайду. Люди, отойдите. Идите по домам. Чего вы все гуляете на улице? Что вам дома делать нечего? Я понимаю, что вам делать может и нечего, конечно. Из электричества что дома делал, да, друзья? Согласитесь. Только единственное задание... Ой, задание. Занятие. Это читать книги. Или заниматься земледелием. Если в доме что-то сломалось, приходите к нам. Спросите любого, мы работаем на славу. Так, сейчас подожди, мужик.
Я к тебе зайду, но только вначале возьму деньги из банка. Чтоб я мог купить какое-то новое оружие новое. Забираю. Отлично. Зашибись. Так, я вижу на карте сундучок. Надо бы его взять. Пожалуй, у меня руки... тоже надо придумать, как оставаться в форме. У меня руки чешутся на разборке. Вот он, сундук. И я тебя нашел. Красавец. Мускатный орех. Неплохо. Так, давайте к врачу. А, нет, кстати, у врача задания нету пока. Никакой гнилой кожи, никаких ржавых кольчуг. Все мои изделия высочайшего качества. Это клево. Так, ремонтируй мне доспехи для начала. Сейчас гляну у тебя на задание. Задание торговца. Что у тебя за задание? Ага, вот это меч. Четкий нужны и горшок. Для этого меча. Ладно, беру боеприпасы. А, кстати, у меня боеприпасы все полные. Красота. Доспехов. Доспехов у меня пока нету. Так, а что я могу взять из оружия? О, могу взять секиру. Отлично. Давайте возьму секиру. А, хочу подраться с секирой. Будет круто. Так, нож у меня вот этот. У меня простой нож, можно взять все кистяной нож Ромула. Пока не буду. Потом куплю. Ладно, спасибо. Заходите еще. В убежище Эсо появилось новое оружие. Так, ладно. Сейчас зайдем туда в убежище, посмотрим на нашу коллекцию картин. Да и на наших ассасинов полюбуемся. Как они там живут без меня. А потом уже пойдем уничтожать башню Борджия. Эй, мужики, здорово! Убежище ассасинов. В убежище вы можете улучшать ассасинов-рекрутов и раздавать им задания? Ну-ка. Кстати... Что нам нужно выполнять для гильдии ассасинов? Нужно вызывать рекрутов в бою. Град стрел делать. Рекруты поручены убить цель. А, вот 7 из 20 уже выполнено. Хорошо. И в основной памяти ассасина рекруты использованы. 3 из 5. Клево. Новобранцы обучены до уровня ассасинов. 5. Надо 5 ассасинов выучить до этого звания. Ладно, будем к этому стремиться. Это у нас Гита. С этим... Кстати, 2 красных ассасина в красном одеянии. Прикольно. Так, ну что, глянем нашу коллекцию картин. Хотя у нас коллекция не очень великая, конечно. Вот эту картину я только что купил, друзья. Воскресение Христа. Да, она самая. Так, вот у нас что есть в коллекции. Ну, неплохо. Так, это кто у нас? Портрет Лукреции Борджия. Понятно. Ну, здесь пока еще толком картин нету. В основном у нас картина Лукреции. Ладно. Здесь что у нас там? Перья. Ну-ка, положу перья. Сундучок. Так. 4 пера у нас выбрано. Хорошо. Здорово. Мужик. Что скажешь?
Так, а тут у нас зал для церемоний. Для посвящения ассасинов или так далее. Привет, привет. Так. Я могу взаимодействовать с ассасинами отсюда? Нет, не могу. Наверное, нет. Ладно. Ну, в общем, я посмотрел. Наше убежище вспомнил, как оно тут выглядит. Хорошо. Мои ассасины тут нормальное время проводят. Так. Сейчас пойдемте, друзья, на башню Боржи сходим. Уничтожим одну из них. Я думаю, лучше вот эту уничтожить башню. Или эту, или вот эту. Ладно. Пойдемте, друзья, на эту башню. Это люди ругаются. Да не толкайтесь, он люди вот катаются на лошадях. Взгляните на мой товар. Идут, другу мешают. Надо с ним ходить пешком. Что заставило мужчину вести себя? Оп. Классно. Нырнул. Это стрелочкой. Здрасте. Кушаешь яблочко, да, дорогуша? Приятного аппетита. Так. Пойдемте, походу, возьмем пару флажков. Пока движемся на эту... Ой, башню. Ох, хорошо, хоть расцветает. Красота. Птички поют. О, мужик что-то книгу читает, по-моему. Да-да-да. Книгу читает, да, это самое... то время. Ну, хорошее занятие, вот, читать книги. Я иду, думаю, в то время... в 15 веке это было очень популярным делом. Так, ну-ка. Отлично. Паш. Ой. Вас же найдет, кстати, у меня почти 10 тысяч. Пожалуйста, осторожнее. У меня 9999 флоринов. Офигеть. Женщины, вы опять за мной бежите. Держите. Не жалко. Держите. Деньги? Откуда? Деньги? Я все равно купил уже себе новую секиру. Я доволен. Скорее бы закончился этот кошмар. О, женщина идет на полусогнутых. Да. Нелегкая эта работа. Работать. Сажать картошку или там, пшеницу. Напоминает всем жителям. Прежде чем выливать помои из окна, убедитесь, что на улице никого нет. Вот именно. А кто кому-то на голову как выльет, неприятно будет. Так, вот и наша башня. А вот и наша башня, друзья. Мне бы наемников нанять. Кстати, ну-ка, можно же глянуть уровень сложности этой башни. Какой? Так, F1. А, это легенда у нас.
Так, подожди. Так. А, влияние Борджи. F3. Так, здесь мы башню уничтожили. Здесь мы освободили зону. И здесь. И еще здесь освободили. Это он показывает, где мы уничтожили башню Борджи. И сейчас здесь уничтожаем. По-моему, классно. Что-то вот уровень не пишет. А, вот, уровень сложности 3. Ну, нормально. Башня не такая уж и сложная, если честно. Может, мои ассасины справятся с ней? Так. Возьму ножи. О, попробую потом секиру в бою. Классно. Будет. Так. Когда зайду с той стороны, вот с этой. Так, там какая-то стража, ну-ка вдалеке. Это там патруль ходит. Да, патруль. Есть, готово. Фух, заходим на зону тамплиеров. Так, вот это я сейчас сниму. Есть. Отлично. Так. Оп. Вот это надо снять. Патрульного еще на крыше. Получи. Готов. Так, сейчас возьму туда пистолет. О-оу, сейчас вся стража туда зашла. Как весело. Да уж, стража там, блин, да хренище. Еще капитан Борджи может скрыться в любое время. Черт возьми. Черт. Кстати, наемники. Вижу наемников. Они мне помогут. Ну что ж, эту башню. Давай. Мужики, помогите мне, пожалуйста. Без вас я, похоже, не справлюсь. За мной. Я видел драку, мужики. Будут производиться выборочные проверки домов и лава. Ушел. Ну что ж, наемники, действуйте. Так, ты знаешь, что делать. И он поручил мне передать тебе привет. Ох, сейчас будет жаркая битва. Сейчас вот наемники немножко расчистят путь, а потом уже вызову своих ассасинов. Лишь бы капитан Борджи не съебался отсюда. Блядь, пиздец, мы наемниками. Ладно, пускай ассасины выходят.
Я его где-то видел. Так, пошли в ход мои ассасины. Ой, ё мать. Пощады, пощады, сеньор. Красавцы. Добили козлов. Была необходима. Фу, отлично. Красота. Ну-ка, обыщу парочку. Мне нужны метательные ножи. Ну что ж, капитан Борджи, берегись. Я сейчас приду к тебе. Сволочь. Так, хорошую армию мы уничтожили. Так, там сундучок, кстати, блестит. Оп. Возьму-ка его. Колдовское кольцо. Неплохо. Оно долго будет стоить. Получи. Так, кстати, на них можно тоже. Друзья, извиняюсь. Так, кашель. Так. Давайте. Вызову ассасинов и помогу им. Если что. Блять, капитан Борджи сюда идет. Капитан. Что ж, капитана? Бейте его! Атакуйте со всех! Мы Борджи! Мы не знаем страха! Уничтожьте капитана. Я вам помогу. Убери его, Пауло! Чего ты ждешь? Бейте его! Атакуйте со всех сторон! Мы... Бейте его! Атакуйте со всех сторон! Мы Борджи! Мы не знаем страха! Я слабею! Убей его, Пауло! Чего ты... Чего ты ждешь, ублюдок? Мы Борджи! Мы не знаем страха! Ну давай, нападай. Убей его, Пауло! Чего ты ждешь? Мы Борджи! Мы не знаем его. Страха! Убей его, Пауло! Убей его, Пауло! Чего ты ждешь? Ты заткнешь его когда-нибудь или чего? Бейте его! Атакуйте со всех сторон! Мы Борджи! Мы не знаем страха. Конец тебе, сволочь. Мы не знаем страха. Мы Борджи. Мы не знаем страха. Сейчас узнаешь. Да успокоится твоя душа. Придурок. Все, ассасины, давайте домой. Один ассасин чуть не погиб. Пускай идет. Вылизывает свои раны, как говорится. Фу, мы это сделали, друзья. Уничтожили эту башню. Отлично, классно. Благодаря моим, конечно, ассасинам, в первую очередь. Классно. Так, сейчас надо сжечь. Здорово, мужики. Че вы тут стоите-то? Я уже капитана-то прикончил. А что, вы свободны? Можете гулять. Сейчас, кстати, поможем попробовать мою секиру. Друзья, давайте попробуем ее в деле. Иди сюда. Я с тобой разберусь сейчас. Это неприемлемо. Мне что, позвать стражу? Вот так вот. Давай. Оп. Класс.
Пожалуйста, господин. Ика, по одному, суки. Тебе не уйти! Да ладно, у меня секира, ты в курсе? Это без меня. Все, это твоя смерть. Остановись, и ты умрешь быстро. Благослови тебя. Ты та самая кара. О! Наверное, больно. Оставьте меня. Так, ну что, сжигаем эту башню. Черт, надо бежать! Классно. А это было классно. Сейчас наймем эту. Блять. Да ёп! Твою мать. Ты сдохнешь или чё? Так, ну-ка. А слева так вот прыгну. Оп. И сюда. Ха-ха. Класс. Так, это давай. Выше, выше. Так, давайте. Вначале осветим. Оп. Тут, считай, рядышком казармы Бартоломео, где должен быть замок, точнее, Бартоломео. Что-то я пока не вижу, где он, замок. Ладно, сжигаем. Восстановление Рима. Вы взяли под контроль область. Башня Борджия. Зона освобождена. Разблокирована новая ячейка для вербовки ассасинов. И это не может не радовать. Ну-ка, глашатай. Сейчас мы его подкупим. И лишить его жизни. Он даже более свиреп, нежели любой дикий зверь. Ты все сказал? Он продолжает убивать, но мы так и не можем остановить его. Добрые люди, город нуждается в вашей помощи. Заткнись, а. Деписта, вы настойчивы и безумны. Прекратите немедленно. Вот, что плакат снять? Оставьте меня. Так, куплю лавку портного. За 800 флоринов. Прямо сейчас. Он же не бабы в конце концов. Так, и лавку торговца Кретинга. Тоже бы. Заколебали эти инвестиции. Посмотрите, какая тонкая работа. Благородный наряд для благородного человека. Да-да-да. Так, плакат прямо тут. Где он? А, вот он. Оп! Отлично. Мы чисты перед законом. А вот и продавец картин. То, что мне надо. Покупаю. За 1100. Пейзажи все распроданы, но я принимаю заказы на будущий год. У меня есть почти готовые благочестивые картины, которые ждут своих меценатов. И целый ряд художников, готовых запечатлеть вас. Это хорошо. Картины. Вау. Мадонна. За 7000. Обручение Девы Марии. Вот это классная картина. И дешевая. Святой Себастьян. Тоже дешевка. И портрет Пьетро Бембо.
Так, я возьму обручённые Деву Марии, обручение. И Мадонну за 7000. Отлично. В нашу коллекцию пойдет. Так, сокровища окраины тоже возьму. Денег хватает. Сокровища окраины. Красота. Ага, флаги окраины. Вот тут она будет потом флаги купить. Угу, хорошо. Буду иметь в виду. Как приятно иметь с вами дело. Не стоит. Благодарности. Так, сундучки. Так, и здание гильдии, да? Вот оно. Ну, давайте. 1200 стоит. У меня пока денег нету. Ладно, сейчас будет. Сейчас я куплю... то есть, сундучок возьму. У меня как деньги появятся на... улучшение здания. Так, где сундук-то? Он внизу? А, нет, потом. Окей. Кофейные зерна. Может пригодятся. И вот сейчас я могу как раз купить, улучшить это здание гильдии. На мой выбор. Или воры, или наебники, или куртизанки. Это будет у нас... куртизанки. Пускай будут их здания. И здесь стоять. Вот и девочки появились у нас тут возле здания. Привет, привет. Переключимся? Пойдемте со мной. Куртизанки, вы можете сливаться с толпой, ну, с куртизанками. Ну вот, понятно. Это я и демонстрирую вам. Могу сливаться и могу им приказывать отвлечь стражников. Так, ну-ка, пойдемте, девочки, посюда. Сейчас я их найму против стражи. Смотрите внимательно, друзья. Демонстрирую способности наших девчонок. Отвлечь их. Не давай им опомниться. Убей меня, и тогда я умру счастливым. Вот. Стража отвлечена. Все, они на веселе, кайфуют. Снимите позорный цветобор, трусы! После недавнего пожара в Парионе всем священникам... Магазин врача. Ладно. Нет, у меня денег нету просто. Сейчас ни на что. Ну ладно. То, что я хотел, я приобрел. Мужики, как дела? Эй, ты что, себя возомнил? Смотри на него. Похоже, ну и я люблю кушать. Стой, не то я тебе позвоночник на звоночке разломаю. Что, не смешно? Отныне ты будешь вести себя смирно, да? Уговорил. Идиот, черт возьми. Чё с тобой, друг? Устал? Толкаться, да? Идиот. Кретина не каждый день. У вас нездоровый рейсом поделаешь. Так. Плакатик. Где тут у нас плакатик? А, он прямо тут. А, он наверху. Оу. Ну что ж.
Я там вижу, надо помочь нашему ассасину. Я хочу нанять в нашу бригаду нового ассасина. Оп. Для этого я им сажал башню Бурча. Ну и чтобы осветить, конечно, зону тоже. Классно, сейчас. У нас, считай, весь город. Сейчас как на ладони. И это круто, друзья. Это очень круто. Отпусти его, кретин! А ну-ка, оставили мужика в покое, ублюдки. Освобождение Рима началось. Благослови вас Бог, сеньор. Вы спасли эту жалкую душу. Позвольте стать вашим спутником. Позволю. Заходи. Не трогайте меня. К нам в любое вообще время. Ни при чем. Так. Ну все, ассасина я завербовал. Сейчас нам должен быть доступен град стрел. Флаг возьму. Отлично. Друзья, не могу пройти мимо флага. Мне надо их быстрее собрать. Все эти флаги. Вот он. Оп. Вот наш 30-й флаг. Хотя бы. Из 100. Черт. Это... зацепился. Молодец. Так, подожди. Забавная ты обезьянка. Ну-ну, какие милые облегающие штанишки. Так, пойдем к нашему ассасину. Новобранца узнаем, кто он такой. Так, задание напасть на торговца выполнено. Вы только что завербовали новичка. Джованни. В общем, Джованни. Новенький Джованни. Отлично. Ну-ка. Это Зена. Нестор в маске. Зита, Гита. Орфея. И новенький тоже в маске. Замечательно. Сейчас ему туда цвет поменяю. Хочу, чтобы он был черного цвета. Да, он будет черный. Красавчик. Новобранец Джованни. Да-да, сразу пошлю ему на задание. Подставить шпиона врага. Давай, Джованни, вперед. Там какие-то бонусы мы получаем где-то после задания. Ладно, в следующий раз посмотрим. Наш ассасин что-то приносит с собой после задания. Деньги, еще что-то, какие-то награды. Я надо обратить на это внимание в следующий раз. Ну ладно, отличная получилась серия. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Скоро увидимся. О, тут даже торговца нету. Лавка закрывается уже. Хо-хоу. Ладно. Здесь мы, пожалуй, и закончим. Всем пока, друзья. Скоро увидимся с вами. Всем удачи. И до новых встреч. Пока.